Наталья Богатыренко, 4 года, Москва. Я очень люблю макароны с котлетой, потому что они вкусные и полезные. Я не люблю брокколи и простой сыр, потому что простой сыр, он, когда его кусают, он там становится кислый. Я хочу стать доктором, потому что у меня дома есть набор доктора, я буду лечить людей. Я боюсь чудищ, которые крысу Шушеру, потому что она из Буратино самая страшная. Я умею себя красить. И еще я умею убирать за собой. Я как Чак Норрис, я очень крутой, а ты не хочешь дружить со мной. Я красивая, умная и добрая.